В дни Светлой Седмицы жители различных городов Клинцовской епархии разделяли радость Пасхи со своим архипастырем. Так, епископ Клинцовский Трубчевский Сергий посетил Успенский собор города Мглин, а на следующий день – Никольский храм Стародуба. Мглинскому собору в честь Успения Пресвятой Богородицы почти два века. За это время он побывал и в красоте, и в мерзости запустения. В пасхальные дни здесь радостно приехал епископ Клинцовский Трубчевский Сергий. Какая-то неизвестимая радость охватывает душу человека, когда он слышит эти вечно живые, никогда не умирающие слова о воскресении Христова. А радуется потому, что душа человека, она бывает хотя бы затемнена страстями, пороками, грехами, но тем не менее она жива и чувствует своего Создателя. И когда светлые дни праздников церковных освещают нашу душу, она откликается на это приветствие. Епископ Сергий наградил архиерейской грамотой за труды во славу Святой Церкви советника губернатора Брянской области по делам религии Сергея Гаврикова, который оказывает большую помощь Клинцовской епархии. А тот, в свою очередь, от лица губернатора Николая Денина поздравил владыку и вручил ему хрустальное пасхальное яйцо, выполненное мастерами Дядьковского хрустального завода. В этот же день епископ Сергий посетил Мглинскую школу-интернат для детей-сирот. Здесь наконец-то открылась молельная комната. Для нее были привезены в дар иконы Божией Матери Прибавления Ума, аналой с иконой Спасителя и подсвечник. Каждому учащемуся владыка Сергий подарил иконку и сладости, поздравил со Святой Пасхой и пожелал хорошей учебы. На следующий день епископ Сергий посетил Никольский храм Стародуба. В этот день всем прихожанам раздавали артос, освященный хлеб, который бережно хранят в течение всего года и употребляют для подкрепления духовных сил. Благочинный Стародубского церковного округа протоиерей Эдесий Куриленко на память о совместном богослужении в пасхальные дни вручил епископу Сергию икону стародубских священномучеников.